Парирури, парирам, парирури, парирам, пари, 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 рури, рарам, пам, пам. Ребята, пошло время завозить грязюку. Пришло время завозить грязюку. Ну что, мои пуськи? Всем привет, ребята, с вами Злой. Всем привет. Блядь, пожалуйста, не падай, только не падай. Только не падай, только не падай, интернет. Вилла, вилла, всем привет. Я, блядь, ну только не падай, только не падай, только не падай. Только не падай, не падай, не падай, не падай. Не падай, не падай, пожалуйста, не падай. Пожалуйста, блядь. Падает немножко, бля, не падай. Короче. Не падай, не падай, не падай, не падай, не падай, FPS, FPS пускай не падает. Я боюсь. Так, 30 кадров. Ребят. Ебать. 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 Ебануться. 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 Пойдем ниже. Короче, давайте сделаю вам небольшой обзорчик своего хаоса. Мы сегодня сняли виллу с типами. Точнее, я снял, да. Шо? А не, ничего. Я стримлю. Лучший. Короче, мы сняли виллу. У нас будет 6 человек. На этой кровати будет кто-то спать, на этой тоже кто-то будет спать. Пиздатая кухня, телек, грязюка. Везде грязюка будет. Это третий этаж. Это третий этаж. Мы находимся в прекрасном городе Черновцы. Это ванная. Там бы спуси, пари-рури, буль-буль-буль. Алло. Лол, напиши в названии ее. Джиджибет обязательно. Что алло, блядь? Пойду покажу своих Йосипов. Йосипов. Надеюсь, он FPS не упадет. Йосипы. Йосип. Здорово, Йосип, нахуй. Привет, это Юрец, это мой хоуми. Это Юрец, мой хоуми. Он нас довез на машине. Это мы с ним, ну вы знаете его, мы с ним очень много живем вместе. Мы очень много знакомы. Что, ты смотришь сторисы? Да, ты там ничего запрещенного говорил? Не, не, запрещенок нет. Они все предупреждены за запрещенками, все нормально. Ну, ты это Юрец. Ты сейчас историю подъявишь и да, и нужен басик сразу. Потому что я хотел бы стримить. Так вы купаетесь, мы сейчас пойдем купаться сейчас в басик со стримом. Найди интернет, напиши в интернете, блядь. Давай я посмотрю, сейчас. Если что-то тут покушать. Ой. Это вторая комната. Тут есть Глово? В Черновцах есть Глово, чат? Чисто интересно. Пропустить. В Черницах есть Глово? Вы находитесь вне зоны доставки. Да? Знаешь, что сделай, Юрец? А. Бля, скажи. На, бля, скажи. Знаешь, что сделай? Что? Напиши в Гугле «доставка еды». Черновцы. И закажи. Закажи еды. Тут там мы, так сказать, проживаем. Тут мы проживаем. Это второй этаж. Тут грязюка. Второэтажная. Где тёлки? Ну, брат, ну не на камеру уже. Не на камеру. Это я, кстати. Привет, чат. Это я. Я такой сладкий сегодня, да. Мы ехали с 9 утра и только приехали. Немножко подустали, ничего не кушали. Мы сейчас покушаем, да? По-любому. По-любому? Конечно. По-любому. Пойдем ниже. Надеюсь, там FPS нормально ловит. Самая главная достопримечательность этого места. Бля, пожалуйста, интернет. Юрец! Ой, а дай Андрюха с бодью. Курили что? На балконе? Да, Андрюха, что-то на балконе. Ох, ебать. Кенты! Оу. Вы тут? Да. What's up? What's up, man? What's up, man? Amazing. О, сука, басик тепленький, басик с сауной, теплый бас с сауной.
Может, разогреем сауну и попробуем сделать какую-то грязюку? Понимаете, отдыхать надо охуенно. Сауна. Разогреть сауну и сделать грязюку, да? И покупаться на стриме. Это басик. Мне нужна чья-то помощь! Юрец! Ты крепкий? Здорово, братан, привет. Картины балдёж, согласен. Юрец, ты можешь басик открыть, пожалуйста? То мне боюсь, что у меня там интернет не упал. Там басик надо открыть, просто вот эту тему покрутить. Молодец, давай. Это мы сейчас пойдем купаться, да? Пойдем купаться? Ты нашел что-то покушать, типа, в интернете? Сейчас, мы сейчас все найдем. Да, дядь, это грязюка. Я предлагаю пойти покупаться и заказать еды. Мы сейчас закажем еды и пойдем купаться. Пойдем поднимемся на третий этаж. Халаты в ванной? Да. Сейчас мы будем в халатиках еще. Вода теплая. А вода теплая, ты не пробовал? Вода теплая, Юр? Пацаны, блядь, как зайти сюда, сука? Пацаны, Андрюха, как тебе движуха? Охуенно. Охуенно? Только что выпьете там. Выпьете? Мы все придумаем. Давайте в басик. В халаты, в басик сразу, гоу? Давайте, давайте. Давайте? Давай. Давайте, только пенисы не. Давайте, грязюка. Антона показать, че шо, а? Не надо Антона показывать. Это мой хоми, это Бодя, это мой хоми, мы уже с ним стримили. Да, было дело. Да, он красавчик. Так, брат, нам нужно одеться в халаты и пойти, да? Там надо еще ребят встретить, надо еще еду заказать. Давай, давай, но я переоденусь. Халаты? Да, пойдем переодеваться. Не, я переоденусь в халат и спущусь, у меня же там вещи. А у меня вещи тут, а где они висят вообще? В ванной? Бро! Блядь, где халат? Ой, грязюка. 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 Подождете меня, я пойду переоденусь. Хорошо? Так, я посмотрю, где мои ребята. Блять, он их завез не туда, сука. Он их не туда завез. Он их не... Мы их типом не туда завезли. Мы их типом не туда завезли. Или туда. Ого, блядь, типом не туда завезли, сука. Что делать? Блядь, типы пропадут сейчас, типы пропадут. Ого, куда он их везет, блядь? Куда он их везет? Мы их типа увозят, блядь, куда-то. Лагает стрим, нормально все? Сейчас я позвоню. Ого, я просто по гео смотрю, мои типы теряются. Ого. Алло, Никит. Никит, а, подожди, секунду, Никит. Алло, да. Брат, брат, а куда вы едете? Вы по Киеву не туда поехали? Или вы едете нам? Третий проход к шлагбауму. Я сейчас дам метку на карте, пускай он едет. Он проехал его. Покажи ему. Да, я сейчас покажу на карте, куда ехать. Сейчас я покажу, брат, сейчас. Я понимаю, понимаю. Сейчас я скину. Сейчас я скину. Бля, хуёво. Очень хуёво. Потому что их завезли куда-то в пизду. В эту пизду. Их завезли какую-то пизду. Раз, два, три.
Бля. Куда он их везет, сука, таксист Рашпиль? Бля, типы, это, конечно, не шутка. Я просто волнуюсь за своих типов. Блядь. Мне еще не скидывается. ФПС упал. Вернись, интернет. ФПС упал. Сейчас я позвоню. Я хочу решить этот вопрос. Девочки будут? Ну, может и будут. Алло, Олег. Слышишь? Скажи таксисту. Блять, с этими проблемами таксисты, блять, вообще не понимают, с кем они связываются и что они нахуй делают. Серьезно, чат, ну, блять, даже не может завести моих типов, моих, блять, братанов сюда. Ну, как это, блять, так водить? Ну, как это так, блять? Ну, как это так, чат? Ну, как это? Ну, как это? Ну, как это так водить? Ну, как? Как так водить? Пиздец. Так, пацаны. Секундочку, мне надо переодеться. Одну секундочку. Мне нужно переодеться, окей? Мне нужно просто переодеться, я голый. Не поднимайтесь, я голый. Тут пенис. Тут мой пенис. Не поднимайтесь. Тихо. Чатик, тихо. Спокойно, чатик. Спокойно. Мужчина тута, блядь. Блядь, я испугался, что там зеркало есть. Мужчина. Давайте представим, что вы пуси. О, малая, я вижу, что ты сидишь одна. Не хочешь ли немножечко попарить качана? Мы сейчас с тобой нормально проведем время, малая. Охуенно проведем тайм. Вообще незабываемо. Смотрите, я сейчас буду бить по шарам. Я хоть один забью, интересно. Блять, ну... Это кии. Бля, тут можно им глаз выколить. Кии один сюда. Чат, вы видите? Шары видите? Смотрите. Смотрите, как надо бить. Вот так встаешь. Вот так. И... Есть одно, два. Изи, блядь. Изи. Есть? Два. Сюда оно. Блять, ну почти. Он не докатился, сука. Блять, ну... Ну с кем не бывает? С кем не бывает?
С кем не бывает. Ладно, уходим. Так, надо кушать. Алло, вы да, хлопцы? Пацаны, вы где? Пацаны, вы где? Что есть? Приехали? Нет еще. О, нихера себе. Йосипы, ты посмотри на эту грязюку крепкую. Отличная водичка. Ах, ты уже плавал? Да, уже плавал. Андрюха, иди что? Переодевайся в шорты, пойдем. Тоже встретить. Тоже встретить требует. А, точно. Но мы их встретим. Они сейчас подъедут сюда. Что ты осуждаешь? Мы в бассейне, алло, блядь. Что ты осуждаешь? Мы в бассейне купаемся. Так, кушать. Давай кушать придумаем, Юрец. Что бы на месте? Юрец, иди ко мне. Будем кушать. Ты нашел бассейн? Не, я ничего не искал, но мы сейчас найдем. Все, включила. Тебе тут треба что? Оксана, не помнишь, что там? Крид 2 включай. Не, Ютуб, этот надо что-то включить. Ютуб, чекай, я зарываю. Ты там пока надеешь шукалку, белый, где там по халке ты ж любишь? Белый, будешь кушать? О, они приехали, слышите? Они приехали, они на входе. Они на входе, вот. Алло. Я стримлю, если что, брат, но это самое. Приехал этот. Сейчас вас встретят. Давай. Так. Прыгаешь? Да, я хочу встретить пацанов. Давайте кушать закажем. Давайте. Ты встретил их, Андрюх? Где вам стоять? На выходе, на входе. На входе там. Биля Брамы. Давай кушать закажем. Давай мы что-то поедим. Черновцы. Ой, ты грязюка огромная. Ты шо? Чуешь? Шо? Шо? Я микрофон выключу сейчас. Оно выключу. Да? Мы похожи? Бля, как оно громко. Черновцы до... Надо волосы перекрасить, дос... желтый, наверное, да? Тавка или? Да? И что, мы будем два брата? Бобы на роту, Артур Узумаки. О, кстати. Никитос! О, нифига себе, у него что-то было. Ё-моё. Никита! Привет. Привет. Это Бодя, это Юрец. Я сейчас подумал, что это ты. Да? Олег, иди сюда. Я стримлю, если что, пацаны, так что осторожно. Да классно, брат. А есть еще халатики? Конечно, все в ванной. Вам надо сделать экскурсию. Ничего себе, Да поздоровайся, ну что ты это пластмасса? Блять, вассап, хуми, блять, с приездом. Привет, долго, вассап, Олежка. Здорово, вассап, хуми. Всем, пацаны, привет. Все, грязюка? Грязюка. Знакомься, это Бодя, это Олег, это Юрец, это мой кент, это Андрюха. Это получается мы вместе. 20 водок мне! Бухать, получается, вместе будем, правильно? Конечно, это мои хоуми, дядь, мы будем тут грязюку делать, пиздец. А что, есть что выпить уже? Нету, да надо заказать. Так все, так заказываем, ебать, водочки принесите, мы домой приехали, блядь. Не успел познакомиться, уже наливай, блядь, ФПС упал. Не успел налить, уже познакомился. Не, не включайте, блядь, у меня ФПС падает, блядь. Что-что? А кто на Wi-Fi сидит? Никто. Все нормально. Это будет первый раз в истории, когда я буду качаться, понял? Супер штанги, понял? Это мой вес. Переодевайтесь. Это мой вес, подожди, сейчас. Так, что вы хотите кушать? А какие, блин, это шведский стол? Это мой себе. Олежка, подстрахуй, пожалуйста. Да какой подстрахуй? Сейчас я тебе веса добавлю, так сказать. Что, так нормально, да? Поднимается, качается, Никита. А ну-ка давай, вот веса, блядь, да убери. Сейчас нам убери. Что, тебя перевесило? Сейчас ко дну пойдет. Помоги ему, Йосип! Поебать, это хуйня. Он шутит, он живой. Её пальцем можно поднять. Не, не включайте телек. Ты пока. Ты под звук проснулся. Короче, тут жарко в пути. Да,
Да, дядь, тут жарко, я же говорю, переодевайся в плавки, в халатики, пойдем прыгать. Плавки? Куда прыгать? А есть? А вы поняли, бля, столько рыбу ебал. Да надо заказать что-то. Рыбу на завтрак хавал. Бодя, можешь покажешь им, где что? А можно я пока еду. Закрыть чуть-чуть? Брат, иди с Боди, он тебе все покажет. Это точно HP? Иди показывай, да, я сейчас буду что-то еду заказывать. В кошек. 5 борщей берем. Берем 5 борщей и похуй. Бля, брат, надо добавить что-то еды какой-то. А что ты берешь? 5 борщей взял. 5 борщей на закусок. Так мы после стрима поедем. А, понял. Так перекусим борщом, ты все. А дальше, а что 5? 6. А пацаны кушали. Ага. Так борщом перекусим. Дальше поїдем в магаз. Візьмем все, що треба. Угу. Приїдем, до закажемо, якщо не взяли все, що треба. Три штуки на треба. І все, ти не є 200 гривень у тебе. Налічка? Да. Да. Ай-яй-яй-яй. Що, ще треба налічка? Ні, налічка є. Короче. Що, знайшли? Да. Лесик холоджи поставлю. Короче. Да, брат. Що, ти ще стрімиш? Да, я стрімлю, у мене падають стріми. А чого у тебе падають стріми? Ща подим. Інтернет? Уявить. Подим. Переключись там два ці. Да, переключись там. Wi-Fi? Да, переключись там де. Переключись на другий. Не, мені сейчас нельзя переключаться. Я... Посмотри по еде пока, брат, что можно придумать. Нашел? Бля, Артурчик, ну в такой хате сосиска пати это прям непорядочно, пиздец. Слышишь, что, если возьму трубку, брат, если возьму трубку, сможешь попиздеть? А что, брат? Окей, я взял 5 борщей, борщей поедим, а потом нормально поедем, покушаем. Да нету, да подожди, блядь, ну не вечер же. Да, блядь. Так вечер. Так вечер уже. Как Басик? В Узбекистане вечер сейчас. Да? Как Басик? О, блядь. О, тихо, шай. Опа, грязюка. Грязюка. Охуенно, блядь. Это кли... Бодя, плюс бан. Что бан? Нормально. Не, бана не будет, потому что мы купаемся. Самый грязный дядя пришел, ребята. Олежка, иди переоденься. Что ты с этим халатом сюда пришел? Да, блядь, сейчас я. Заебал, блядь. Я могу справиться. Все, дядь, будем купаться? Надо покупаться. Надо маленько покупаться. Ой, грязюка. Какая же ты. Что-что? А, по работе? Ты приехал, да? Пацаны, пора влетать в резюку! А мне цели! О! Сюда, бля! Сюда! Сюда, бля! А туда, больше туда прыгнуть? Бля, его надо еще подогреть, он такой прохладный. Да, кстати, трошки прохладный. Не, нормальный. Не, нормальный, сам заебись. Я тебя поснимаю. Ты зараз на тенере будет кошмар. Что, вода? Ох, ебать! Блядь! Ебать тут! Ебать, ты снякался, блядь! Вот так снякался! Что происходит? Что, пацаны, воду вас сбросит? Артурчик, я могу телефон, да, пустить в воду? Ты там можешь, но штатив. Бля, подожди, у меня очко сейчас вылезет. Что там? Подай посмотрю, интернет не падает? Да нет, все охуенно. Все охуенно. Держи. Сейчас будет сайт. Я буду тебя сниматы. Что, пацаны, в воду? Давайте плюсы, если хотите, чтобы я в воду вас засунул. Нет. Пацаны. Давай сальто назад. Давай, о, все плюсы хуярят. Давай, ух, ебать! Вы видели? Ну все, погнали. Получилось? Да. Ты упалёк, актив! Блядь, ты засовываешь воду, потому что, блядь, стабилизатор не выдерживает воды. А, бля, я не знал. Но пацаны сказали, что можно. Пиздец, блядь. Ебать, ты больше не взорвался в руках.
А, подожди, нихуя не работает теперь. Да я гоню, Артурчик, все нормально, а ты такой напуганный. Ты такой, конечно, я ебал, но. Это пиздец, блядь. Ты сказал, что можно, что ты? Ой, блядь, все пишут минус звук. Что-то не так, Артурчик. Вот ты долбоёб, ты забил мне колонку, нахуй ты засовывал воду, блядь. Так я его не засунул почти. А теперь зайди с своего телефона и посмотри, есть звук? Ты такой ебанько, так блядь. Так можно же в воду засовывать? Иди, сука, принял воду. Нет, в одежде нет, это хуйня идея. Вот, смотри, всё. Давай, смотри. Давай, где звук? Вот. Алло, раз, два. Да прикалываются типы, всё слышно. Алло, дай послушаю, стой. Вот, блядь, все гонят, ты что, свою аудиторию не знаешь. Они тебя забайтили, а ты и вылез, блядь, из басика. Блядь, такой Йосип. Никита, ты будешь купаться? Пацаны, разыграли Артурчика. Раздевайся. Да, пойдем, нахуй, да, пойдем. Ты что, давай, раздевайся, блядь. Идем купаться. Ребята, Артур нас держит в рабстве, пиздец, заставляет раздеваться. Отмена вода. А что такая теплая? Так а почему бы нет? Пацаны, так Артур... что вы там наделали? Что вы там наделали? Блядь, у меня есть, она поднялась. Сейчас я на рабочем месте, включите ее. Хорошо. Бля, может сауну попросить, что включили? Да рано пока. Сауну вечером надо, значит. Ну вечером, да. Ебать, типы чили грязы. Она отключена? Сауна, пацаны. Ой, блядь, от нее холодом веет, пиздец. Прыгай, какашка, да я боюсь. А я тебе о, дядь, такая грязюка, ты что? Надо что-то покушать. Так. Вот так, пацаны, мы и отдыхаем. На телеке смотри, чат открой. Это сложно будет. Это будет сложно твич открыть там. Потому что телек такой, видите, там какая-то линия еще. Бодя. А где Бодя? Бодя. Бля, холодновато, надо двери закрыть, просто оттуда школа отвалит. Да, двери закрывай, двери закрывай, здесь будет. Тут будет Ташкент сейчас. Ты какой мальчик, ты посмотри. Ты шо? Давай, заходи. Только без этой курилки туда прыгай, а то сейчас нас током ёбнет. Током? Охуенно. Прикинь, как я сам. Ёбом ток, не? Так, я заказал 5 борщей. 5 борщей? Да. А чё, обещай? Ну. Я что, без борща буду? Ты не, так пацаны кушали. Блядь, я закрыл дверь, он открыл, блядь, обратно. Я не открыл, она сама открылась. Ебануться просто. Дядь, вот это грязюка, блядь. Вот это грязюка. Пускай она тут постоит. Только главное ногой не ёбните. Я с вертушкой сразу. Можем сыграть игру, кто последний вынырнет. Кто последний вынырнет? Кто последний вынырнет, то хуёво. Кто же не вынырнет, да? Кто он за хуёво должен, блядь. Можно сыграть, кто последний вынырнет. И что, я не знаю, что последний. Ну, типа, судья, если потом, блядь, что ли? По-першому я чимось кидаюсь, а, цим. Да, конечно, кинь, блядь, эти. Ну, пуски через. О, слышишь, а тут же есть это. А, он дома. Слышишь, тут можно салки, салки. Слышишь, Артур? Салки, да чувак, они уже сделали бассейн салки, блядь, теплый такой нахуй. Тихо, мне звонят из салки. Пойдем. Я думал, не дай, просто раз. Да, мы заказывали 5 борщей, все верно, и по адресу мы ждем. И все? Да, оплата карта. И все? Постоим их. 5 борщей! Все, отчипаем. Да, давай. Слышишь, Вася? Давай салки подушками поиграем. Ты подальше, чтобы тебя не кинуло. Знаешь, о, ты помнишь, какую мы игру играли? Сбейте? Да, сбейте подушку, да. Смотри, давай сыграем. Короче, только этот, смотри, не киньте эту поеботу. Не-не-не, все нормально. Смотри, давай, Боть, давай сыграем. Помнишь, каково это? Давай играть. Нет, поставь! Да я тебя поснимал! Не нахуй! Не трогай, блядь! Пускай все стоит, блядь! Ты уже наснимал! Все, пускай будет! Нет, нормально, все! Так тебя поснимаю! Боя, пойдем! Не надо никого снимать! Что? Погнали! Да. Так что давай? Поставь камеру, блядь! Короче, рассказываю правила. Эту игру мы придумали пьяными, и мы тут голые упались. Рассказываю игру. Ну, не голые, а нормально.
Смотрите, у нас есть по подушке. Я вас не буду больше кидать. Смотрите, у нас есть по подушке. Блядь. И мы держимся на этой подушке. И у нас есть одна свободная рука. Надо у оппонента забрать его подушку. Або сбить. Чтоб она вылетела нахуй. И ты проиграл. Вы выкупаете? Два злых. Классная игра. Типы говорят два злых. Ребят, на самом деле три. Классная игра, блядь. Классная же игра. Правда? Бля, я могу вас уронить в теории? В теории. Могу, в принципе. Но он будет злой, пиздец. Злой в прямом смысле. Забери телефон и уйди. Там, бля, ребят, вы гоните. Но если подпишетесь на меня, хотя бы человек 100, инстаграм неров, то я скину. Потому что ты атакуешь, Вася. Иди сюда. Запретку я не буду говорить точно. Иди сюда. Бля, тебя на стену сразу. Инстаграм неров, подписывайтесь. 100 человек подпишется, скину. Что ты отпускаешь? Вот, ты вот проебал! Хера, блядь, еще. Блядь, нет, нет! У Артура в подписках посмотрите. Нет! Да, 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 нет. Правильно. Нет, я верну. Но, хотя, хотя ладно, еще. Скидывать не буду, а то я знаю, сейчас может начаться, блядь. Ребят, не надо, ладно, ладно, все, я пошутил. Скидывать не буду, могу так, чисто подмочить, чтобы он разозлился. Я ее не отпущу. Прошли игры, блядь. Блядь. Все, минус. Кто из них злой? Ребят, честно, сам не знаю. На спущу надо, блядь. Гулять будем, да ж мы только приехали, ребят, шо вы. Что ты там сидишь, ты, Йосиф? Да сейчас я тебе, блядь, покажу. Давай, залазь, блядь, ты там, блядь, уши, блядь, сушит типа. Ну все, пизда тебе. Ты следующий. Сидит, сушит пацанам уши, блядь. Ебануться. А что, водичка теплая, да? Конечно. Вообще. Особенно после такой драки. Осторожно, тут скользко. Да я заметил. Бассейн под гумой? Да. Опушаю. Нет. И что? Ой, охуенно. Бля, ебать, охуенно просто. Я сказал. Никита. Юрий сказал, на все. Никита. Давай я... точно под водой. Давай, ныряй. Давай. Так нет. Давай, ныряй. Ныряй, я Вы накупались уже, что ли? Ну да. Чувак, на что стики времени? Ну, давай ныряй. А ты будешь? Давай, блядь, жди уже, честно. Сейчас борщи едут, брат. Борщи едут. Бля, после этих людей... Ты проебал, кстати. Вообще не могу. А ты можешь жопой сесть на дно? Могу, конечно. Давай. На бутылку, а? А, он же с Одессы, он выкупает эту движ. Ебать, как чисто... Выныряй, брат, я пошутил. Выныряй. Все, минус один. Ты же с Одессы, ты выкупаешь за это, да? Что? Ты же одесский штрих. Что выкупаю? Ну ты же на море каждый день, наверное, лазишь. Да нихуя, я на море в Одессе не был 3 года уже. Вообще. Блядь, а этот, что с ним? Что вы там ищете на дне, блядь? Вчерашний день, что ли, блядь? Вот я опускаюсь на дно, дальше и дальше, блядь. Что, ты наконец-то залетаешь? Ну я решил вопросик, получается, и теперь, блядь, идите домой. Блять, ебать! Ебанулся! Ебать! А ты не сдавал! Бля, его реакцию треба было засняться, все, блядь. Ебать! Ты мог сказать, что плохой человек. Да, плохой человек. Хороший человек. Задержки нету в этот раз. Тут надо осторожно. Стримами. Так, осторожно, это тут плохие люди. Не, хорошие люди. А куриная... Да, здесь нормально в салки поиграем. Заходи в сауну, брат. Салки? О! Нормальные салки. Бля, мне кажется, вода еще теплее стала. Никита, салки. Бля, припьем, тут вообще будет горячо. Надо припьем. Ну, мы сейчас припьем через часик.
Я хочу борща. Так я взял тебе, я Олегу не взял. Ой, ой, водки, перепутал, водки. Водки? Бля, ну на водку надо что-то, надо поехать. 20 водок мне! У нас есть машина, и мы поедем. А? Охуенно, а давайте... Ну ладно, что? Не буду говорить, не буду говорить, так и вас будет. Всегда. Слышишь? Где есть резюме с собой? Со всеми. Серьезно, да? И везде. Умно, умно, очень хорошо. Окей, брат, лови, лови гирю. Давай, давай, давай. Давай, я кинул бы. Да похуй, давай. Не надо, не надо. Как сейчас будет, блядь, наконец-то можно будет заняться спортом. Окно смотри, не выбей. Не, 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 не ходи с ним в воду лучше. Он зажервеет. Не надо. А ему ничего не будет. Я уверен, что кто-то умрет, ебать, через 3 дня. Олег, у тебя яйцо вывалилось на стриме. Реально? Яйцо? Да. А что это? Это не яйцо, это не яйцо. Это не яйцо. Пацан с кармана выпал. Что это за хуйня? Это кнопку нажимаешь, и вода идет сверху. А, бля, прикольно. Кнопку нажимаешь, и тебе хаш несут. О, хаш! Хаш несут! Братуха, хаш неси, братуха, ты чего, блядь? Что такое хаш? Хаш — это армянский суп, короче. Армянский жидкий холодец, блядь, супер невкусный. Ты шо, в прошлый раз ты сказал, что он вкусный пиздец? Что, Артурчик, ты заходишь? Давай я вытащу это, нахуй оно тебе надо. Ловишь? Нет. О, ты вот это, привет. Давай. Блядь, Сгири, тебе еще не знаю, под руку бы взял, Вася. А есть, ну да, сказал, точно. А есть подруги? Сказал, блядь, Сгири. А не знаешь, что я услышал? Блядь, Сгири. Блядь, Сгири, гайс, блядь, Сгири. Что, вы накупались? Да. Мне нужны срочно девушки легкого поведения. Чернигов. Заткнись нахуй, это город. Это город, блядь, ебать. Это город, реально. Это город в Украине. Чернишеское. Это город в Украине. Если это с Чернигова. А если это с Черниковышеское? Я так не разговариваю. С Черновыкове, я говорю, куда мы едем вчера быстро? Он говорит, в Черновыкове, может, с Черновыкове. Ебать, ты задыхается, Артурчик! Надо постучать! Иди нахуй, блядь! Пацаны, Артуру плохо! Так, короче, какой план? Давайте сейчас еще полчаса я постримлю и поедем в город, купим что-то, грязюку. Так, а в баньку не зайдем? А банька? А баньку надо разогреть. А, так, а, вечером. Бля, охуенно. А больше так что? Завтра приедет, что на? Зара, дорогие девушки. Ну, конечно, вы не смотрите стрим злого, понятное дело, но если вдруг приезжать... Короче, хочешь рофл? Тут нельзя больше 8 человек, то бишь нас 6, еще 2 подруги. Как будем делить? Ну смотри, а кому... чего нельзя? Как они знают? По весу определяют или что? Нет, тут хозяин напротив живет. Так а что, он считает? Ты сидит, блядь, весь вечер. Ага, ебать, 7 вышло, значит, 2 внутри, если 2 вышло, сейчас ага. Ага, я думаю, чёрт, ему есть. И четко такой, понял? Куда тебя надо? Хотя, блядь, ну, вы в Черновцах, что тут еще делать, кроме как людей считать, блядь. Ну, в дом заходит. Да, я понял, что люди стояли возле рестика. А, да, я не считаю. Понятно? По главной улице. Смотри, в желтом пальто, и башко. Ой, блядь. Да, ну дом, ебать, пятиэтажный, нахуй. Ну, трех. Ну, почти, блядь. Сколько? Трехэтажный. Ну, бля, почти, конечно. Вот так мы в Европе брали кроссовки, да? Почти ритейл. Почти ритейл. Очень близко. Бля, я не могу. Я не могу смеяться, бля, это ужасно. Смейся, бля, тебе шутка. Я хочу секс. Не с тобой. Ну, так реши. Сегодня. Я что, не потихли с колсессами? А у тебя есть пуси? У меня что? Пуси есть? Ну, вот решают пацаны. Пацаны решают? Пацаны решают пуси. Наливай мне мочом пуси. Так я тоже хочу кушать, но я хочу попробовать одну штуку. Надеюсь, там интернет ловит. Как за пуси заговорили, он сразу кушать. Это я. Да, нахуй все в порядок. Нет, бля.
Блядь, тут скользко, надо тапочки, тапочки брать. Осуждаю. Бля, это мы еще даже не пили, это очень опасно. Бля, ебать. Надо ревить, блядь, надо что-то насыпать, нахуй, грязное. О, кстати, мы можем... Хочешь вкусного? Бля, прикольно. Как вам вообще хаос? Ебать, охуенный ты шо, прям реально охуенный. А вам как? Так, все работает? Ну да вот так. Что, будем тебя топить? Не, осуждаю. Как вам, пацаны? Где ваши? Хороший вопрос. Тапки тут должны быть. Топить. Тут должны быть на входе там, скорее всего. Да, Василий подогрелся или не кажется? А нет, ты рядом с левым плаваем просто. Вы уже натвались? Да, есть такой. Вы хотите кушать все? Так может поедем? Не, Никит, такое... Блядь, больше едет, но мы могли... Блядь, я не хочу. А больше сам или с другом? Через сколько можно? Через час. Через час. А вы кушали сегодня? Нет. Блядь, я тебе назад сосну нашел. Блядь, дикой, я не... Слышь, ладно, анекдот был про двух пацанов в бассейне. Охуенно, я знаю этот анекдот, да! Там тебе всплывало, да, что-то? Нет, типа... Ну я понял, там что-то связано со спермой, да? Да, я знаю этот анекдот. Я думаю, пацаны тоже. Типа ты кончил? Нет, я пёрнул, да? Да, я знаю. Да, охуенно рассказал, это все поняли, если заедись, да? Ты будешь приехать? Ну. Ох, ебануться, я лучше прижмусь, ну. Юрец, а ну покажи, как ты будешь приехать. Ну, по словам, под азатом. Сейчас, мы тебя... Ебать, ты шо, нахуй, грязюка. Ты шо, блядь, грязюка. Там бильярд есть на третьем этаже. А ты ее, она голая была? Ну, после сполтая. В смысле, блядь? Нет, там ничего не было. Что ты делаешь, еблан? Нахуй ты сюда его несешь? Ну, в смысле, посидеть? В воде? Не надо, Олег. Думаешь? Да, конечно, они же не просто так стоят. Там еще подушка сверху. Посидеть, блядь. Бро, мы только приехали. Может, его выгонять нахуй за душе? Я тебе говорю, завтра уже здесь все сгорит нахуй. О, ура! Пожар! Осуждаю, блядь, осуждаю. Давай, строй пожар! Давай! Сыпел, Вадя! Водя, посмотри. Я хочу тебя! Посмотри черновца в доставку. Посмотри тебе в черновца в доставку. Доставку. Черновца в доставку. Так посмотрите лучше в Чернигове доставку. Завали, ебать. А в баре есть доставка? Откуда она в Черновцах-то заходит? Это большой город, дядь. Знаешь, что мой друг сказал? Что? Что это город... А, я не могу такое говорить. Ты не можешь это говорить. Ты не можешь это говорить, я знаю. Ты не можешь это говорить. Это сильно, напомнишь, что мне это рассказали? Хорошо, это очень круто. Так, блядь, я лучше это заберу отсюда. А что, думаешь, что оно нельзя так в воде? В воде нельзя, ни в коем случае, это же штатив. В смысле, он же не водопроницаемый. Блядь, помогите. Помогите. Ты не знаешь, куда ты едешь, что ли? Меня преследуешь? Что такое? Нема тапок? Нема ни хера. Ебать, ты, конечно. Блять. Можно вылезти отсюда. Ой, блять. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, блять, я сейчас упаду. Блять. Ой, блять. Так, ладно. Пустите тут.
О, блядь! А что будем? Не, мы на стриме лучше не обсуждать, что мы будем делать. Да. Лучше потом обсудим это. Надо поесть. Нам надо покушать. Надо поехать. Я хочу ужасно поехать в МАЗ и насыпать что-то по еде. Да, мы можем поехать в рестик. Открытые рестики уже, Никита, вы были? Да. Поехали в ресторан. Пошла она нахуй со своим борщом. Пошла она нахуй со своим борщом! Согласен, поехали в рестик, поедим. Нет. Мы поедем в рестик и похаваем там. Вот то, что мы были, помнишь, Бодя, когда мы приезжали? Я им то. Вы где были? В каком ресторане? Мы были вот в этом, который в центре. Который я скидывал? Да. Я им скидывал тот, что. Мне не достало просто вкусно, но сверхники были на такие. Потому что там надо пить, а не есть. Ебать, да, там наливочки 26 гривен, охуенно. Да, мне ФПС падает. Наборщик, помнишь, мы наливрали? Да, наборщик наливок, охуенный, но там с крапивой наливка. Посмотрите на этого карася. Что такое карась? Давай, я через тебя прыгну. Давай. Ебать, нахуй, ты шо, Вась? Да, охуенный. Прикольно. Артурчик, сделай сальто. Еще раз? Я боюсь пиздец просто. Откуда? Сделай сальто назад. Вот здесь, отсюда? Двойное. Отсюда я не буду делать. Давай. Отсюда я ебал. А почему ты оттуда делал? Оттуда, да, но тут высоко, тут очень высоко, типа. Бля, надо... Тут очень высоко делать, бля, что-то. Можешь попробовать? Сальто отсюда? Mm-hmm. Отсюда нельзя вообще прыгать, по факту. Ты думаешь? Да, нам говорили, да, нельзя. Да, оттуда лучше. Ну, типа, можно, но как бы нельзя. Ну, так, Олег, мне кажется, блядь, кто-то хочет в беседке спать сегодня. Кто? Не знаю, блядь, не знаю. Ты? О, турнички есть, ебануться. Помнишь, что забыл? А с турника слабо, слышь, Олег? Что, сальто? Да, вот турник. Ну, давай. Не, я шучу, братан, не надо, ты что? Ты что, по слову, это ты что, блядь? Это жестко. Ну, красиво, очень классно. Пиздато. Только, сука, интернет меня падал, блядь, меня это бесило. Ну, похуй, в принципе, поебать. Сколько я стримлю в сумме? Го в лесенку? А лесенка это что, повторять прыжки? Нет, лесенка... Блять, хотите это... историю? Короче, прикиньте, чтоб типа не думать про подруг, я передернул сегодня, понял? И я так передернул, что у меня и палец, вот этот палец, я как-то вот так сделал, и оно как заклинило мне, у меня палец теперь болит. Ну, не знаю, меня прям дернуло. Не, меня прям... Ну да, ну типа так дернуло, это пиздец. Я испугался. У меня воздержание было длинное. Не, я просто... А, блядь! А, больно. Чего, у тебя палец болит? Ты перепутал палец? Да, брат, перепутал, блядь. Твой палец тоже нам точно можно перепутать, блядь. Даже что и говорить на такое. Что, померяемся пенисами? Ну, давай попробуем. Прям тут? Да, на стриме, конечно, блядь. Можно попробовать, давай, в принципе. Давай, это искусство. Ну хотя тебе лучше с Никитой помериться, если честно. Никита. Никита. Он живой там? Никита, да, конечно. Никита. Да. Ты что, ты разбираешься в делах? Я уже разобрался, короче. Знаешь, что я понял? Что? Что я нихуя не понял. Я хочу водки. Водки? Да, водочки, конечно. Но... Нет, я хочу не водки. Я хочу много водки. Я передумал. Бля, водочки холодные было бы сейчас, конечно. Блядь, он... Конденсат попьет свой водки уже. Какой, блядь, конденсат? Ты чего? У меня такое не. Может, кондиционера конденсат попить? Не, а. Кстати, он нормально ебашит. Мне рассказывали. Я ничего не знаю, это не я. Да, конечно. В Харькове типа. Реально, это самый дешевый способ заторчать, типа. Конденсат? Да, да. Типа, что ты постоянно типа, если кондёр, не постоянно кондёр, или типа с языком им капает. Нет, они просто подходят к кондёру, вытаскивают шнур с этой хуйни, понял? И уходят с ней, понял? Потом, говорю, да ну нахуй, я не знал. Потом синий червь, ебать, так везде, понял? Нахуй. Ну, чувак, что люди талантливые не придумывают, которые хотят заторчать? Что они не придумали? Кто-то ж придумал крокодил, блядь. Так, мы давай не будем про крокодила. Ну, в смысле, крокодил зеленое, такое животное, бля, охуенное, страшное, да. Это правда. Он ну, убивает очень быстро. Сука, я хуя говорить нельзя, заебал это хуя. Не буду стримером. Меня забанят через минуту, блядь.
Так давай попробуем. Вот как раз сейчас, смотри, есть хорошая попытка. Заткнись, да. Какая попытка? Допустим, в каком мы городе сейчас могли бы быть? В каком? Никаком. Ну, не, тоже, не, да, честно, начинается. Ты совсем валенок, блядь, или ты тапок, нахуй, я не могу. А нас шестеро? Шестеро. Блядь, я думал, у нас семеро. Фантастическое. На шесть, а так мы можем получить за трех телок? Двух. Двух. Извините, здрасте. Двух подруг. Ты там находишься? Да, Вася. Да, Вася. Я тебе скину. По спине дал? А футболки есть? Ах ты ж, сука. У тебя сил не хватит подняться. Сил не хватит? Давай, иди нахуй. Не хватит. У тебя не хватит сил подняться, спорим? Ты не выйдешь, да. У нас не хватит? Не. Спорим, на что спорим? На что спорим? Ну давай, блядь, на то. На твою прическу. На мою прическу? Да. На лысо. Тебя на лысо. Ты не выбрал. Давай. 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 Не так, алё, блядь. Ну так мы же спорили просто, если... Нет, нихуя ты хитрый хуй, блядь. Ты так не поднимешься. Все, стрижем тебя на лысо теперь. Ты поднимись. Куда ты цепляешься? Там мой шланг. Ебать, я с кошечкой. Мне кажется, он... Мне кажется, он быстрее бороду отобьет себе, чем сюда поднимется. Поверь, мы пьяные, сюда пытались залезть. Час. Я что? А я думал, почти получилось, чем более. Но нихуя. Ты Димасов в отель спросил. Да. Что ты там наблюдаешь, Йосиф? Что ты там наблюдаешь? Ой, блядь. Так давай поиграем на что-то. Давай. А в какую группу играем? Давайте поедем. Поиграем. Помнишь, что я прям в поле? Ой, поиграем. Мы все голодные, да? Закрытыми глазами, помнишь, давай в это поиграем. Закрытыми глазами? Да, помнишь, мы играли дома в Одессе. А что это такое? Ну, типа, закрытыми глазами, типа, один тип встает, и он должен до кого-то дотронуться. А-а-а, давайте. У меня тут бассейн огромный. Да, давай. Слышите, давайте. Давайте сыграем. Только поставьте. Короче, смотри, один тип с закрытыми глазами, не открывает глаза, по звуку должен просто дотокнуться к другому типу. И тогда другой вводит. Да, и тогда другой водит. Но мы играли в меньшем бассейне, давайте в этом сыграем. Ну, давай. А, в бассейне есть? Да, именно в бассейне, да. Давай. Пока я твой дожаришь, блядь, занебесимо. Не, давай, давай. Мы будем звуки издавать. Давайте. Ну, типа, таляп-таляп. Таляп-таляп. Охуенный звук, блядь, таляп-таляп, нахуй. Давай. Таляп-таляп. А пенис надо торкнуться или рукой? Ну, можно и так, конечно. Ну, можно так. Давайте, заныривайте. Я настраиваю камеру, прикольно. Давай. На весь этот. С бассейна вылазить нельзя. Ну, значит, это не пешки. Не, спорим. Давайте пасики. Спорим. На камень-ножницы. Камень-ножницы, бумага, раз, два, три. Ну, подожди, типа, той, кто цей залазил в пасик, типа, и цей начинает шукать там. Шукали начинаешь. Поймайте кисть, давайте так, давайте под эту хуйню не заплывать. Под эту, пацаны. А, не заплывать? Да, под эту хуйню, потому что слишком большой бассейн, это сложно будет. Да. Ну да, наверное. Под эту хуйню не заплывать, плюс камера будет. А, и там не видно, да. Ну да, почему? И не вылезет. Да нет, да, да. Там просто скользко. О, тяжело. Ну, это скромно трубилось. Так, у меня все нормально идет. Все супер. Короче, смотрите, давайте спорим. Давайте. Блять. Ну вот, да. Не, нормально. Давай. Камень, ножницы, бумага, давайте. Первый ножницы. Давай. Раз, два, три. Первые ножницы. Раз, два. Раз, два, три. Да, блядь, первый ножницы, блядь. Первый ножницы. Еще раз. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз. Давай, считай. И потом должен. Раз. И не открывает глаза. Два. Три. Четыре. Сократилась голова? Да, вот. Вася, куда ты лезешь? Я сзади. Там разбудь. Я сзади. Это вообще реально там, Вася? Да.
Я в один раз коснулся. А так коснулся моей груди? Да. Ты тушишь? Что ты делаешь, Вася? Ты слышишь, что слышишь? Не-не-не, у тебя коснулся, надними его. Ты должен его рукой коснуться, понял? Тебя можно касаться. Давай, брат. Давай, брат. Все супер идет, да? Все нормально, давай, давай, давай. Маня, пойдем, я тут закручусь, пойдем. Давай. Я в боку изнутрю, блядь. Крутись. Да, сейчас трейдер, иди, крути. Трейдер по голову, блядь, все равно. Нет. Крути, брат. Просто трогайте друг друга в бассейне. Закрытыми глазами.
Как вам сейчас? Бля, это было охуенно. Так, где мой? Как он? Сальто? Всі повиходили, да? І по краях тільки що ляпати. Усі в чаті где? Бля, прикольная игруха. Надо по пьяни наебашить ее. Да. Это охуенная идея. По пьяни купаться и дрыгаться вообще ни разу не больно для желудка будет. Ты прав. Переносливость тоже не особо. Олег, на, я сальтуху сделаю. Давай. Сальтуху, блядь. Что-что? Без ебаши заляпаться? Нет, последний. Там ты же рамки пухало, блядь, конечно. Ну да, конечно. А, бля, я перепутал тебя. Только воду не окунай. Да они, конечно, не буду окунать, Артурчик. Ты чего? Нет, не надо кидать, на места хули. Хорошо, хорошо, все. Я не кидаю. Я не кидаю, не кидаю. Да, да, да. Дорогая вещь моя бывшая, блядь. Бля, ну сальто классное. Сальто классное. А двойное сможешь? Это самое не
Артурчик, давай двойное. Давай вперед, все. А! А если будем ползать? Таде. Прыгай с высоты, говорят. Минус экс. Яйца хуя. Короче, я буду заканчивать, потому что я хочу отдохнуть с ребятами, покушать, поехать в город. Спасибо за стрим. Мы идем чилить, будем отдыхать. Увидимся завтра. Хороших вам выходных. Покрасивый бассейн.